Павел Глобо назвал три знака зодиака, которые попадут в аспект миллионера в июле 2022 года. В июле для людей этих знаков зодиака складывается невероятно позитивная ситуация, благодаря соединению двух планет, Юпитера и Венеры, в созвездии Рака. В жизни произойдут огромные перемены. Три зодиакальных представителей ожидает сказочное везение. Судьба наградит их денежными подарками и сюрпризами. А кто эти счастливчики, я сейчас вам расскажу, только для начала подпишись. И еще в Телеграме ты можешь узнать свою судьбу. И это...